Я на юге Южной Каролины, но вы входите вот в такое помещение. Но если я открою люк, вы увидите нечто удивительное. Обычно я не ложусь спать в лыжном костюме. Кровать изо льда, стол изо льда. Холодильники, которые здесь имеются, хранят напитки теплыми. Иначе напитки бы просто замерзли. Даже не верится, насколько примитивны были в то время представления о холоде. Смотрите документальный фильм и узнаете, как мы до этого додумались. Со Стивеном Джонсоном. На канале «Наука 2.0».